Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Stone Miner Simulator 2. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А также перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите на сайте хотя бы на одну рекламу. Далее на рекламном сайте побудьте где-то 10-15 секунд и, в принципе, можете выходить. А также, если у кого-то нету до сих пор никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, Star либо Splash. Splash используется с ключ-системой, Star используется без ключ-системы. Ну, какой чит вам больше нравится, тот и используйте. Сегодня в ролике буду показывать Star. Далее в поиске пишем Stone Miner Simulator 2, нажимаем поиск. Пока что на данный момент есть только один скрипт. В дальнейшем их будет больше, потому что, как вы знаете, игра буквально недавно вышла, и еще скрипты на нее особо никто не делал. Ну, я все-таки один смог найти. Давайте я вам сегодня его покажу в ролике. Нажимаем кнопку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в игру, открываем чит. В настройках ставим DLL kernel. На kernel я проверял, скрипт работает, все отлично. На VRDevs не проверял, не знаю. Может быть, он даже не будет работать. Также напомню то, что kernel используется с ключ-системой. Далее, нажимаем inject. Все отлично, inject прошел. Далее вставляем скрипт в сам чит и нажимаем кнопочку Xcode. Вот он появился. В принципе, функций не так уж и много, но... Давайте посмотрим, какие здесь функции есть. Автосел. Давайте ее проверим. Работает ли она вообще? Так, сейчас получается, забиваем полностью весь рюкзак. Так, ну почему-то она не хочет работать, но тут написано то, что зажать F9. Давайте попробуем. Короче, тут что-то пишет, но я особо по-английски не понимаю. А, написано глюк какой-то. Короче, возможно, нужно перейти в игру, перезайти в игру, чтобы он работал. Но до записи я проверял, все отлично работало. Довольно странно. Click before starting script. Давайте эту функцию нажмем. Стоп, нифига себе, у меня стал бесконечный рюкзак, когда я нажал на вот эту вот самую первую функцию. Так это вообще шикарно, вот посмотрите. Все, это просто легкая игра, очень легкая, если у вас бесконечный рюкзак. Также у меня какой-то буст плюсом накинулся, короче, мне что-то дофига всех плюшек каких-то дали. Очень круто. Дальше автоапгрейд, не знаю, что здесь идет. Все, понял. Получается, апгрейды здесь. Можно прокачивать силу, получается, вместимость и размер. Окей, давайте попробуем что-то прокачать. Давайте автоапгрейд нажмем и смотрим, что происходит. Так, ну вроде как ничего не прибавляется. Монеты, по-моему, тоже не списываются. Окей. Мне, кстати, зачеты монеты начисляются, странно. Давайте попробуем другую функцию. Auto-upgrade all. Проверяем. Тоже что-то не хочет работать. Стоп, или работает. Кстати, походу работает. Как видите, больше мне не дает прокачать. Монеты у меня тоже списались. Как видите. Странно. И написано то, что у меня все по максимуму вкачано. Как-то он странно работает, как видите, но хорошо то, что он вообще работает. Дальше автохэтч, в принципе, я думаю, сами знаете, что это такое. Это автооткрытие яиц, не очень интересно. Авторебёрсты, смогу ли сделать? Нет, не могу. Автоклейм all reward, проверяем. Тоже пока что никакие награды не дались. Вот вроде дались. 17 тысяч стало. Вроде собралось. Он как-то работает, но то ли с опозданием, то ли с каким-то лагом, гличем, не понимаю. Ну,
как видите, это работает. Ну, в принципе, по скрипту все. Как видите, я полностью прокачал свой аккаунт без доната, без всего. У меня бесконечный рюкзак. Я очень быстро ломаю все стены, буквально за несколько секунд. Отлично. Ну и, в принципе, вот такой вот скрипт. Также напомню то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. Также не забывайте ставить лайки на видеоролик и комментировать его. На этом я заканчиваю. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.